Всем привет, я Григорий Лепс. А всем привет, я Анжелика Варум. И я Трофим. Мы скрывались под маской бабочки. Енота. А, какого-то мужика. Тополиный пух, жара июль, ночи такие. Во-первых, я хочу лично от себя сказать спасибо. И хочу вам сказать, ребята, все подписчики маски, подписывайтесь на нас. Ребята, я вам хочу сказать, что вот когда я каждое утро, вот, например, после эфира маски, кто-то ехал там в такси, была такая пасмурная погода, и читал ваши огненные, ваши теплые комментарии, сразу настроение мое улучшалось. Спасибо вам огромное, вы несете огромный заряд позитива нам, нам вдохновение нам прибавляете, поэтому спасибо вам, вы реально наш четвертый участник, наш коллектив. Вы Марина Кравец. Вот, ну, конечно, хейтерам хочу сказать, ребят, вы делаете свое дело, поэтому будьте счастливы. Мы вас найдем. Всех вас очень любим, спасибо за поддержку и за любовь. Мы это делали для вас. Конечно, и за подарки спасибо. И за деньги. Очень много подарков от вас пришло, очень много рисунков, очень много трогательных писем. К сожалению, не все пожелания в плане исполнения песен удалось осуществить, но мы старались выбрать, чтобы и вас не обидеть, и чтобы нам тоже было по душе. Поэтому в этом нашем симбиозе и родились, я считаю, что офигительные песни во всем на протяжении всего пятого сезона. Было круто. Я просто отмечу Тимура Родригеса и нашу дорогую Регину Тодоренко. Они такие, мы их реально очень любим, они очень крутые. Мы уверены, что они нас быстро разгадали. Тимур, ты лучший, ты крутой, ты профессионал, и спасибо, что выдержал весь наш прессинг. Да, на самом деле, и шляпа – это только твои головные уборы, все остальное у тебя на высшем уровне, молодец. Да. Ты круто. Не, на самом деле, Тимур крутой, кто не знает, какую делает Тимур музыку, я сейчас абсолютно без шуток, он очень талантливый музыкант, у него действительно фантастические песни, не ждите, что я сейчас пошучу, потому что здесь… не смешно. Смешно у Тимура песня. На самом деле, я еще хочу большой привет передать своей семье, моей жене Вике, моей дочке Елизавете, моему сыну Тимофею, моим родителям, Викиным родителям. Это самые мои преданные болельщики. Спасибо вам за то, что, не зная ответа от меня, кто я, вы все равно знали, что это я. Делали вид, что не узнаете. Спасибо вам, я вас люблю. Да, я тоже в свою очередь хочу передать привет Вике, родителям Андрея и всем близким. Вот что значит тренировки. И всем своим близким и родным хочу передать тоже привет. Я вас люблю и спасибо, что держали тайну до последнего. Мы зажигали для вас! Ура!